В дежурной части Брестского отдела внутренних дел на транспорте свыше 100 камер видеонаблюдения. Это обосновано, ведь железная дорога считается зоной повышенной опасности. Важно оперативно среагировать на ту или иную ситуацию. Под колесами этого вида транспорта ежегодно получают травмы десятки человек. Нередко происходят и несчастные случаи. В прошлом году в зоне обслуживания Брестского отдела внутренних дел на транспорте зафиксировано 3 факта травмирования людей, один случай со смертельным исходом. По станции Ивацевичем гражданин в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожное полотно по железнодорожному настилу, однако, потерявший бдительность, близко приблизился к электропоезду, в результате чего у него была травмирована нога и с летальным исходом. Железная дорога не прощает беспечности. Чтобы избежать таких случаев, нужно соблюдать правила поведения. Следует переходить и переезжать пути только в специально отведенных для этого местах, не подлезать под вагоны, не перелезать через вагоны либо автосцепки, а, приближаясь к железной дороге, снять наушники. Также не рекомендуется стоять на краю платформы. По итогам 2019 года количество случаев травмирования у нас уменьшилось с 7 до 3, но это не дает нам оснований для самоуспокаиваться, и профилактическая работа – это то направление, которое позволяет нам предупреждать такие случаи. С целью профилактики травмирования на объектах железнодорожного транспорта сотрудники транспортной инспекции регулярно выступают в трудовых коллективах, учебных заведениях, проводят профилактические рейды. В транспортной милиции говорят, что благодаря проводимому комплексу мероприятий с каждым годом цифры трагической статистики становятся все меньше.